В Краснодаре появился памятник кубанским морякам. Его установили в Парке Победы на площадке Музея военной техники и у выставочного зала боевой славы. Ранним воскресным утром в день военно-морского флота на торжественное открытие собрались около 500 человек. Это ветераны флота, курсанты Высшего военного училища имени Штеменко и воспитанники детской морской школы. Началась церемония с поднятия флага. Острые зубцы памятника символизируют морской прибой. На одной стороне установлена табличка «Военным морякам Кубани, погибшим при защите Родины». С другой – известное высказывание адмирала Нахимова. Краснодар является родиной 5 моряков-героев Советского Союза. А Кубань и Республика Адыгея подарили стране 29 героев Советского Союза. Теперь у моряков есть свое поклонное место, куда они могут прийти, не только отдохнуть, но и помянуть тех, кто когда-то отдал свою жизнь за Родину. После церемонии открытия ветераны возложили цветы к подножию памятника и почтили память погибших моряков минутой молчания. Городские власти наградили ветеранов моряков памятными подарками и грамотами.